Как известно, театр начинается с вешалки, дружба с улыбки, родина с картинки в твоем букваре. А с чего же начинается рок-н-ролл в уездном городе Н? Да практически с того же самого. То есть с того, что у нас уже никогда не отнять. Раз, два, раз, два, три, четыре. Тишина в холодильнике. Она жует свое время сахара. Она жует свое время сахара. Автоответчик пишет послание. Сидит поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго. А Тюхнюхин должен умереть. Она жует свой ордер без сахара. Она жует свой ордер без сахара. Всем привет! Вы смотрите программу «Уездный город Н». В гостях у программы Александр Васильев и Сергей Наветный, группа «Сплин». Александр Васильев, тот, который с бутылкой миринды. Я сейчас со стула упаду. Он шатучий. А вот нам с проводочкой немножко спуститься, Саша, что она на проводе качается. Если что, я и полы могу подместить. Мы учтем это, да. Серый, буду падать на тебя. Ты мягкий. И пушистый. Здравствуйте. 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 Сегодня здесь собрались самые заинтересованные ваши слушатели, которые приготовили свои важные, заветные вопросы. Они знают очень хорошо творчество вашей группы, все песни знают наизусть. Но какая-то информация... Я тоже хочу покататься вот так вот. После того, как полы помоешь. Хорошо. И поэтому сейчас они будут задавать вопросы самые-самые разнообразные и по музыке, и по свободному времени. Давайте сразу со свободного времени начнем. Серый, ты меня покатаешь вот так же? После того, как я полы помою. Голова закружится. Пожалуйста. Чем любит заниматься Александр Васильев в свободное время, если выдается таковая минута? Я просто сижу дома, готовлю еду, читаю книги, работаю за компьютером, выхожу в интернет. Выхожу во двор вынести мусор. Катаюсь на машине. Сам готовишь? У тебя есть какое-нибудь фирменное блюдо? Да, хлеб порезать. Картошку сварить. Это тяжело. Суп разогреть. Ну, ты что? Нет. То порезать есть... хлеб, сыр. Это уже процесс такой долгий. Время от времени, естественно, набегает усталость от концертов, записей, переездов, гастролей и всего остального. Тогда я просто действительно переключаюсь на что-то другое. Я начинаю делать либо какие-то компьютерные мультики. Ну, в общем, они не совсем, может быть, даже пристойного содержания. Но никто и не ждал ничего пристойного. Ну, в принципе, глядя на меня, что от меня ждать еще? А с каким мультипликационным героем вы себя ассоциируете? С Винни-Пухом. Спасибо. Это... Будем считать, что эти аплодисменты были для Алин Милна, который придумал Винни-Пуха. Ваше любимое литературное произведение и любимый литературный герой? Винни-Пух. Сколько раз перечитывал ты эту книжку? Я не считал количество раз,
Но больше всего мне нравится читать его в оригинале. Потому что на русский язык, к сожалению, ни один человек его не перевел так, как написал Алин Милн. Его надо читать, конечно, в оригинале. Александр, а у вас, наверное, там в группе уже все распределены роли. Если ты Винни-Пух, то, значит, где-то должен быть кролик, ослик. У нас было немножко по-другому. Когда у нас был клавишник Колька Ростовский, он, конечно, был осликом. Я... Морис, наверное, это пятачок типичный. Ну да, я Винни-Пух, хорошо. Стас Тигра. Сергей. Кристофер Робин. Да, абсолютно точно. Какие еще вопросы про Винни-Пуха будут? Винни-Пух музыкальный персонаж? Конечно, да? Он же все время напевает. И он сам что-то читалки, да. Бурчалки, ворчалки. Наверное, каким-то образом это сказывается на творчестве группы? Безусловно. Вот такое произведение. Да. Я включил телефон, завел на 8 будильник. Я объяснил тебе, где в квартире спрятался душ. Твои соленые слезы, кислые мины, душные речи. Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Ты хороша, как узор в прямоугольной бумаге. Вечно зеленый цветок и порошок в зеркалах. Ты так хороша, длинные пальцы, узкие джинсы, шея и плечи. Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Я ненавижу, когда меня кто-то... Гадай на картах того, и что осталось от кофе. Не продырять мне башку взглядом внимательных глаз. Твои соленые слезы, кислые мины, душные речи. Весь этот бред. Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Я ненавижу, когда меня кто-то... Вот, солист какой группы, наверное, он скажет сам. Машина времени, как всегда. Кто бы сомневался. Везде сейчас все говорят о том, что Сплин сошли с ума на интернете, и все. Все в интернете только Сплин. Ну, у нас много сайтов, мы действительно много времени проводим в интернете, но я не сказал бы, что мы сошли с ума от него, нет. Ну, я же фигурально. Я тоже фигурально. На самом-то деле мы сошли, конечно. Посмотри на меня, разве нормальный человек может так увидеть? Ну, в общем-то, да. Явно сошедший с ума от интернета. Определенно. Известно абсолютно точно, что самое обращаемое слово в интернете – это слово «секс». У тебя никаких таких порносайтов любимых? Нет, почему у меня ну, есть... Они же постоянно баннеры присутствуют, я думаю, что на любой есть программе. Есть две подруги, которые сделали свои собственные сайты, где выложили фотографии свои в обнаженном виде. И когда я по ним скучаю, захожу к ним на сайт и любуюсь ими. А в интернете какие самые любимые сайты? Где обычно ты присутствуешь? Никаких.
Если я лезу в сеть, то за какой-то конкретной информацией... Последнее, что ты смотрел в интернете, что это было? Нашел очень хороший и подробный сайт по астрономии. Что-то меня заинтересовала эта наука в последнее время, где о каждой планете, о каждой галактике очень подробно расписано с фотографиями, с физическими всеми данными, массами, объемами, плотностями и так далее. Сайт большущий, я все распечатал себе. То есть предстоит чтение по возвращению домой. Человек готов. Вы любите смотреть на звезды? Очень. Вы считаете, что звезды могут повлиять на вашу жизнь и на ваше творчество? Ну, конечно. Там же постоянно происходят процессы в том, что ученые называют галактикой. Там постоянно перемещаются различные предметы. Они создают различные поля, которые в итоге на нас воздействуют. Я не знаю, как на нашу судьбу, но на человека, конечно же, звезды влияют, как и весь космос. Саша, уже много спросили о том, как рождаются ваши песни. Бывало ли такое, чтобы вам во сне они приснились, и потом вы записали их? Нет, мне песни не снились. Мне тут в поезде приснился невероятный сон, как будто я хожу в красной куртке везде. И у меня каждую ночь с машины как тырит какую-то ерунду. То колесо, то руль, то педали, то еще какую-то лажу. И я решаю выследить, кто же этим занимается. Я вот лежу в своей красной куртке где-то в засаде. Открывается дверь парадной. Из парадной в красной куртке выхожу я сам и начинаю тырить у себя с машины какую-то ерунду. Я проснулся в ужасе, потому что я же вроде лежал в засаде. Как я мог выходить из парадной? Вот такая ерунда мне снится. А песни не снились ни разу. Все происходит при полном сознании, ясной памяти и трезвой совести, если я ничего не перепутал. Идет мужик от смеха, корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь, что тебе это снится. Ты проснулся, умылся, побрился, отжался, наступил на кота, с женой поругался, помирился с женой, поругался с дорожной полицией, и вдруг обнаружил, что тебе это снится. Ты идешь на работу, уходишь с работы, постепенно забывая, откуда и кто ты. Постоянно забывая, откуда и кто ты. Навсегда забывая, что тебе это снится. Неизвестный герой древнегреческих мифов, молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопатой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радиостанциями, машинное масло, мобильные соты. Запорожец наконец обогнал 600-й, тебе снится Тибет, где-то за облаками, лондонский клуб, кофешоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов. Ты самый желанный, ты самый любимый, твой портрет в желтой прессе на первой странице. И ты понимаешь, что тебе это снится. Есть Бог,
он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лицах. И твой энерджайзер, он снова начнется. И мужик проходящий опять засмеется. И не будет проблем ни с женой, ни с полицией. И ты понимаешь, что тебе это снится. В каких странах, таких горячих, южных, Саш, ты был или хотел побывать очень сильно? Или вообще как бы юг не очень тебя привлекает, скорее? Скорее меня больше привлекает юго-восток. Это как бы сочетание жары и философии. Вот, наверное, я в Бутане хочу побывать. Там вообще очень мало русских было и вообще мало туристов. Местный король пускает в год только 2000 туристов. Но самая жаркая страна, в которой я был, это Таиланд, наверное. Да. Мы были там в феврале, там было плюс 35. И как встречали? Горячо, с оркестром встречали. Тайский король подъехал с королевой. С принцессой бегали просто мало-мало меньше, одна за одной. Вы играли там? Мы играли, но не музыку и не в футбол. Играли в основном в песочнице. Компьютер, да? Нет, компьютер тоже не стали брать с собой. В основном играли на пляже в песочек. Взяли формочки, лопаточки, вот ведерочки, эти все пластмассовенькие, желтенькие, красненькие. Чепчики, естественно. Обязательно. Ну, а как без чепчика? Плюс 35. Старик, на пляже в песочнице без чепчика, и там просто полиция тебя сразу выгонит. Вы очень много путешествуете. Скажите, пожалуйста, в каком уголке Земли, по вашему мнению, весна самая красивая? Наверное, в Одессе. Если в этом году, то в Одессе. Мы были там 1 апреля. И там уже достаточно тепло. И первый раз в этом году мы увидели море. Ну, то есть, в этом году это, наверное, Одесса. В каждом году по-разному. В Одессу, видимо, 1 апреля вас приглашали? Или вы так просто собрались, поехали посмотреть, как там Юморина проходит? Нас приглашали, да. То есть, был мы концерт? Летели с известными советскими сатириками в одном самолете. Я могу сказать, что... Юмористами, я бы даже сказал. Юмористами, да. Вот не побоюсь этого слова. Теми людьми, которые пытаются шутить на телеэкране. А надо вам сказать, что мы составили список людей, юмористов, которых мы хотим расстрелять из пистолета с присосками. Первый выстрел в голову, второй контрольный выстрел в жопу. И вот как раз все эти люди летели с нами в самолете. Мы очень жалели, что... Ну, голове-то присосется, а вот к тому месту как? А не интересует. Лишь бы добить. Пусть даже не присосется. Just
же, знакомые люди, все те же победы на фоне. А мне хочется новых прелюдий, хочется новых симфоний. Хочется выпить по 200 с любым случайным прохожим. Сладко последних известий, те же знакомые рожи. А ты катись, колесо, катись. Отсюда катись, колесо, катись отсюда и все. Кто придумал ноты отыскать и набить ему морду? Что придумало мало созвучий, придумало мало аккордов. Как мало кто-то балует, так мало. Стрельба или драки ты закрой, окошко мне дует, сам закрой. Мотофака, ты катись, колесо, катись. Отсюда катись, колесо, катись отсюда и все. Или никер, тинейджер, ты или пейджер, рейвер, ты или флэр. Мне давным-давно параллельно все по барабану, мне все по пистолету. Мне достаточно полстакана, а тебе? Смотрите программу «Уездный город Н», и мы продолжаем задавать вопросы музыкантам группы «Сплин». В ваших песнях вот зачастую встречаются такие необычные словосочетания, необычные рифмы. Это абстракционизм или лень подобрать рифму? Нет, это не лень подобрать рифму. Я не знаю, как это может быть лень подобрать рифму. Или глубокий смысл. Вау. Или то, или другое. Вот, я люблю, когда из всех этих штук, из всяких необычных словосочетаний, каких-то оборотов, метафор, идиом, в итоге, к концу песни, вдруг и возникает тот самый смысл, о котором вы говорите. Я не хочу, чтобы песня была похожа на милицейский протокол, где все ясно от начала до конца. Я хочу, чтобы люди мыслили абстрактно, поскольку я сам стараюсь так делать, и стараюсь, чтобы и песни были такими. Скажи, пожалуйста, что бы ты взял с собой на необитаемый остров? Ничего не стал бы брать, ребята. Абсолютно ничего. Нет, не стал бы брать. Я и сейчас песни пишу без гитары в голове исключительно, и там она мне не нужна. Александр, а ну была такая у тебя изоляция определенная? Ну вот одиночество, это что-то близкое? Ну да, чувство мне знакомое. И насколько оно влияет на творчество? Ну очень часто рождается от одиночества, да. Вероятно, это такой лейтмотив всех наших песен. Многих, по крайней мере. Но на самом деле, не самое плохое состояние. Если я в детстве его пугался, то сейчас, может быть, даже благодарю Бога за то, что появляется такая возможность. Мы чересчур увеличили дозу, вспомнили все, что хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог
просто устал. Вот она, гильза от пули на вылет, карта, которую нечем покрыть. Мы остаемся одни в этом мире. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Сказал бы тебе все, что знаю, только об этом нельзя говорить. Выпавший снег никогда не растает. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал. Спасибо. We'll be right back.
so much. Уездный город Н. Чего вы больше всего боитесь в жизни? Вот не знаю. Честно говоря, не знаю. Наверное, у меня нет страхов каких-то тайных, затаенных. То есть, может, они и были в детстве и юности, но они все растворились. Не могу ответить. Это не значит, что я ничего не боюсь. Я наверняка что-то боюсь, но с первого раза так не могу ответить. У старости боишься ты, нет? Нет, не боюсь. Не боюсь. Что по сравнению с многими сидящими здесь молодыми людьми, мы уже старые. Но, тем не менее, меня это нисколько не обламывает. Мне нравится мой возраст, и мне интересно, что будет дальше. Мне было интересно жить 20 лет, сейчас мне 30, а интерес к жизни только увеличивается. Да, вот, кстати, чего я боюсь, спрашивали, вот предательство. Ну, я не боюсь, это неприятная вообще штука. Меня, по-моему, даже не предавали в жизни ни разу, по большому счету, к счастью. Саша, веришь ли ты в то, что ты что-то можешь изменить в этой жизни? В своей, да, в своей я могу что-то изменить, и делаю регулярно, а в мире, наверное, ничего не хочу менять. А не было такого с тобой, что вот кто-то подошел и сказал: Александр, ну совершенно случайно человек, может, после концерта, я вот от вашей песни или от всего альбома что-то для себя открыл, вот стал немножко другим. Случается, это случается регулярно. И что меняется у них? Я обычно не выспрашиваю людей. Я вообще стараюсь задавать поменьше вопросов, угу, чтобы не вторгаться в чужую жизнь. Потому что процесс должен происходить плавно и постепенно, без вмешательства со стороны. Но, как правило, я получаю отклики, да, что что-то в людях меняется. Это очень хорошо. Кое-что еще.
Уезда. Александр Васильев и Сергей Наветный, группа «Сплин». Александр, скажи, пожалуйста, вот когда ты почувствовал, что действительно группа заметна, востребована? Полчаса назад где-то я это понял. Слышу бурные аплодисменты здесь. Думаю, о, мы востребованы. Завидую этому дядьке. Его катают целый час уже. Туда катает, сюда. Ну, какой альбом, по вашему мнению, является тот, где вы показали себя на все 100%? И он еще не записан. То есть это в будущем? Я думаю, что он никогда не будет записан. И вот еще такой вопрос, как бы встречный. Ну, существуете вы достаточно, ну, недолго по сравнению с легендами, ну, нашими. Все-таки вы оказали какое-то влияние на развитие отечественной рок-культуры. Как вы считаете? Если да, то о, почему? Господи. Если нет... Ну, я думаю, что об этом просто рано говорить. Надо скромно ответить как-то, да? Да нет, конечно, оказали. О чем речь? Да на мировую культуру все оказали влияние. Изменилось. Скромно? Да, все. Спасибо. Вопрос от Ирины по поводу будущего. Да, Ирина. Мы предсказываем будущее. Недорого берем. Саша, скажите, пожалуйста, скоро будет солнечно? Это уже буквально сейчас. О том же гудят провода, вся того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни, и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь, кровью, как метро, полетение. Выхода нет. Выхода нет. На барабанах играет Сергей Наветный. На бас-гитаре играет Саша Морозов. На гитаре играет человек по фамилии Березовский. На флейте, как сказали в Киеве, играет чудак по имени Яник Николенко. Так где же мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было. Хмелье. Через мои песни идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись с тобой под мой поскоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и пар. Нужно писать, чью-то тетрадь, кровью, как метрополитене, выхода нет, выхода. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели, скоро рассвет.
выхода нет. Ключ поверни и полетели. Можно писать, чью надежду красть, кровью, как в ней пропалетение. Выхода нет. Спасибо!